Так, ну что, сделала я сводчу. Давайте скажу немножко мнение о палетке по первым впечатлениям именно по сводчам. В общем, очень приятная текстура. Палетка имеет небольшой аромат. Прям вот шиммерные, особенно вот эти вот двухцветные такие текстуры, это прям какое-то масло. Очень приятная, шелковистая и достаточно классная пигментация. Ну и давайте, чтобы мне не быть голословной, я просто покажу вам эти сводчи. Вот такая вот растяжка. Вот. Оттенки, конечно, на мой взгляд, очень красивая, и палетка достаточно самостоятельная, то есть с собой куда-то взять в отпуск, поехать. Палетка очень легкая, невесомая, много места не занимает. Глиттер тоже очень хорошо переносится. Вот. В общем, за бюджетную цену я считаю, что это неплохой аналог Huda Beauty. Ну, конечно, Huda Beauty и Ruby Rose — это вообще две разные марки, но Ruby Rose тоже молодцы, умеют делать косметику. В общем, еще одна вот такая вот красотка в мою коллекцию появляется.